Всем привет, друзья мои! Рада приветствовать вас на своей кухне. И сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления куриной печени с красным вином, с медом, с луком. Для этого нам понадобится куриная печень, красное вино 50 грамм, столовая ложка меда, одна луковица, немножко соли и мука. В муке мы будем обваливать кусочки печени. Лук нужно порезать, можно мелко, можно как вам нравится, и обжарить его на сковороде на подсолнечном масле. Тем временем мы займемся обваливанием печени в муке. Лук у нас обжаривается до золотистого цвета на сковороде, а тем временем я обваляла кусочки печенки, предварительно их еще порезав, в муке. Сейчас все это нужно будет добавить к луку. Печенку. Лук и все перемешиваем. Обжариваем печень несколько минут, чтобы она вся прожарилась. Периодически ее перемешиваем. Печень у нас обжаривается. Сейчас мы будем добавлять сюда красное сухое вино. Не все, конечно, любят куриную печень и обычную печень говяжью. Но поверьте, печень, приготовленная с медом, имеет свой неповторимый аромат, вкус. И, в общем-то, блюдо такое интересное получается. Выливаем сюда 50 мл красного сухого вина. Добавляем вино и все перемешиваем. Даем вину выпариться. Вино у нас выпарилось. Теперь нужно это посолить. Солим по вкусу. Перемешиваем все. Теперь нам нужно добавить сюда столовую ложку меда. Будем все мешать, и мед будет таять. Мед я размешала. Теперь буквально на 2 минутки мы накроем все это крышкой. В принципе, блюдо уже готово. Куриная печень готовится очень быстро. Ну, буквально 2 минутки под крышкой, и можно будет уже кушать. Ну вот, куриная печень красным вином, с медом готово. Если вы приготовите это блюдо, я надеюсь, оно вам понравится. Мед придает изюминку печени. Такое необычное сочетание, вроде бы как и мяса, и сладости. Это не новый рецепт, который я решила приготовить. Этим рецептом я пользуюсь очень давно. Надеюсь, вы оцените и вам понравится. Всем желаю приятного аппетита. До новых встреч на моей кухне. Всем пока!